Борьбу за чистоту воздуха развернул Норильский никель. Компания разработала предложение по нормативам выбросов в атмосферу. Сегодня по этому поводу состоялось заседание общественного совета Росприроднадзора. Иными словами, Норникель хочет законодательно определить, от какой трубы наносится существенный вред природе, от какой он минимален. На основании этого и производить экологические платежи. С предложенной системой мониторинга и расчетов соглашаются эксперты. Она позволит четко контролировать выбросы и анализировать, и закладывать мероприятия там, где необходимо по снижению выбросов на каких-то конкретных источниках выделения вредных загрязняющих веществ. До этого таких узконаправленных нормативов выбросов не было в России, в отличие от Запада. В ближайшее время экологическое законодательство у нас станет более агрессивным, и предложение Норильского никеля позволит сделать всю систему расчетов прозрачной, как воздух. Мне кажется, что мы пионеры, и мы выступили с инициативой обсудить наши пионерские, с ваших уже слов, разработки технологических нормативов выбросов на общественном совете при управлении Росприроднадзора по Красноярскому краю, с тем, чтобы мы показали свою гласность, открытость в области охраны окружающей среды.